Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген 8 апреля отправился в Германию для проведения сольного концерта. По пути сначала в Стамбуле, потом в Дюссельдорфе его встречали поклонники. С певцом была часть команды – продюсер Канат Айтбаев, музыканты, бэк-вокалисты Зарина Бажакова, Расул Усманов и автор песен артиста Джордан Аракелян. Встречающие в аэропорту, пока ожидали, пели песни на казахском языке из репертуара Димаша. Встречи артистов всегда проходят тепло и каждый раз имеют какую-то изюминку. Сегодня, как никогда, было много поклонниц из Америки. Одна из них держала плакат с надписью «Мы пересекли мир, чтобы увидеть тебя». Димаш приветствовал всех, раздал автографы, но было видно, что он спешил, возможно, на репетицию. Исключение было сделано лишь ради милой девочки, которой он подарил свои очки. Кстати, таким же образом Димаш недавно одарил и юную поклонницу в Дубае. Позже Димаш поблагодарил встречающих за теплую встречу, разместив видео из аэропорта и написав: «Прибыл в Германию. До встречи завтра на ASS-арена. Большое спасибо за теплый прием. Люблю вас». Итак, друзья, мечты сбываются. 9 апреля состоится долгожданный концерт Димаша на площадке ASS-Доме. Очень надеемся, что зрители будут вести прямые эфиры с концерта. Зрительница с ником Вита сообщила: «Я буду на концерте, но я не умею снимать и выкладывать все это. Да и так долго ждала этого дня, что хочется смотреть и слушать, а не снимать. Так что не обижайтесь на тех, кто в зале. Не каждому дано быть блогером». Ну что ж, друзья, мы очень рады за всех, кому посчастливилось присутствовать на концерте.